Ну мне-то пофиг. Как так? Скажем привет лагам. А! Скажем, привет с падением с трубы. В общем, да. Выбирайся отсюда. Через, в общем, тоннель. Да. В прошлый раз, короче, у меня остановилась запись, и вот что здесь произошло в итоге. Бежим! От кого? От него и его друзей. Блин, патрошек нету. Патрошек нету. О, я прям самолет заснял. Куда он сбросит, падла? Или он уже сбросил где-то? Ладно, бежим в ту сторону. Нам вот груз очень важен и нужен. Конечно же. Как же мы без него жить-то будем? О, он рядом, кстати. Так что я думаю, нормуль. Я прибежал к нему. Главное, за собой не приведи свору, не пойми кого. Угу. А, кстати, ночью он отображается синим. Не знал. То есть, утром красным, ночью синим. Ну, чтобы монстры не подходили к этой зоне. Все логично. Типа, боимся, да? Угу. Ты время засекал? Да, у меня пишется, что я записываю 3 минуты. Окей. Здесь надо что-то сделать. Вот сюда нам. Куда? Сюда. Нет, это не тот. А, ну у него восклицательный знак. А что нам надо? Нам нужно... тайник игрока, во-первых, посмотреть, что у нас здесь есть. Одежда у нас, кстати, по идее, не изменилась, но я изменю ее. О, круто, на кровати можно посмотреть, сколько нам дадут за ночь очков выживания. Да? Я и не знал, да, наведи на кровать. О, 3890, круто. Нифига ты панк. Такой еще в бандане, смотри. Ну да. А там есть еще что-нибудь новенькое? Ну вот это вот была новенькая одежда. Так, вот здесь можно выполнить. У меня нету. Да? Да. Ну не знаю. Возможно, за уровень получил. А, ну да, наверное. Блин, что-то в горле. Застрял человек, да? Да. Так, я пытаюсь... А, к Джафару, стоп, Джафар-то у нас снизу. Так, только не с этой стороны, видимо, или с... Джафар! Джафар? Да, Джафар? Glad you made it. Go see Kurt. He'll explain everything. Все легко и просто. Сходи к Курту, он объяснит все. Сходи круто. Курт Рассел объяснит нам все. Вот там, кстати, бега нету, не? Нет там бега? Какого бега? Ну, пробежать там дистанцию, как бега. Есть. Есть, да? А, нет. А, нет, это магазин. О, кстати, надо потрошками закупиться. Сейчас, секунду. Потрошки. О, сабля сипахи. Кстати, с какого-то левела я читал, там дают этот китану. Катану? Да. Я буду радоваться. Китану дают. Я буду радоваться. Ну ладно, фиолетовые грибы. Так, выкупить нет, мне не надо. Эскейп. А потрошки у меня вроде есть. Сейчас я еще раз закуплюсь, я просто перезаряжался. Не, потрошек надо, кстати, закупиться здесь. У меня что-то их мало. Хотя бы одну штуку надо купить. У меня почему-то нет потрошек. А, не, вот есть. Наврал! Блин, а чё у меня? Куда патроны-то делись? Только что были, короче. Смотрю, только ружейные патроны остались, и все. Лол. Так, а перезаряжаться у нас на Т. Правильно. На Р. На Т у меня. Через задницу, нет? Ну, просто я думал, что я не буду пользоваться сильно часто этой хренью. Я не ожидал, что там будут патроны. Блин, после Half-Life привычка на колесико прыгать. Ага, лол. А, нам в другую сторону. Стой, сейчас колесико нажимаю. Кашкадавы.
блядь, запрыгивает уже. Смоталась, падла? А, нет, не пали меня, не пали. Кто это, что у тебя, кто палит? Ой, это интересно. Окей. Что там? Крейн, that dynamite of yours, I'm making it into an anti-personnel bomb. It'll mow down the infected like a harvester. I'm going to combine it with firecrackers and a load of shrapnel, but I'm missing a few things. Starting with a suitable casing. A battery from a truck would be perfect. There's this big truck on the overpass. Well, it's hanging over the edge of the overpass. But you're an athletic type, huh? You'll be fine. Я видел его. Я с него прыгал пару серий назад. Ну, значит, сейчас мы пойдем его искать. Ага, я его нашел. Я его нашел, я с него упал. И тут здоровяк. Так, где у нас аккумулятор? Ай, больно. Зачем ты стрелял? Ну, чтобы весело было. Ночь же. Ой, ни хрена не весело, а? Спаси, подними. Фа. Просто весело. Блин, я поменял случайно, я хотел... Я кидал динамиты. О, эти вспышки. Я думал, я фонарики буду кидать. Фонарики кидать? Ну, эти, светящиеся эти... Я буду кидаться фонариками. Зачем ты стрелял? Сейчас я тебя подниму, если успею. Не, не успеешь, я уже. Да ладно, вот, вот. Так я уже все, я уже ушел. Ладно, нам осталось чуть-чуть побегать. Это капец, конечно. На, вжбан. Так, мы получили ночной выживший. Блин, я уже все забыл. Так. Окей. Найдите аккумулятор от грузовика. А, вот он, вот он. Где, покажи хоть. Ну, тут ничего не было. Как бы, вот он просто руками поводил, наколдовал что-то и всё. Окей, ну ты бы хоть в следующий раз подожди. Ну окей. Ладно, собрали аккумулятор, это хорошо. Ошибись, как-то кошка цепляется странно иногда. На, башкой на шипы. I got your battery, Kurt. Sold. Так, ну что, сдаём? Take care of the shrapnel. Sugar, these cables all right? I'll let you know when I'm done. Окей. Пойдём соседнее задание, да, что выполнять. You want to try calming down long enough to tell me what's wrong? Yeah, sure. Let's try that. Calming down will work. Yeah, calming down will solve everything. Oh. No, walking away from you will solve everything. Okay, okay, hang on. I'm chill. I'm chill, bro. Oh, I make these flares for Rise, right? Wait, flares? Like signal flares? No, no, UV flares. Like flares that the night things can't stand because they put out this UV, which stands for ultraviolet, which is like kind of a science thing. Netted with fluorine, it's useless. Also, I'm out of turpentine, which isn't that hard to find. Except everything's hard to find right now. So when Rice's people come for their merchandise... Oh, is he using people now? I thought he only used hired psychopathic gorillas. What do you need to make these things? Just zinc and turpentine, bro. I got the rest.
Worst part is everything I need is in the train yard warehouses. But a guy like me isn't going to last 10 seconds out there. Well, I'm surprised a guy like you's lasted that long in here. Oh, that's very funny. Ha ha, very funny, funny man. Look, maybe I'll get your supplies, but if I do, whatever you can make out of them, I take half. Half? No way! You're freaking nuts, bro! Look, you can give me half of something, or you can keep 100% of nothing. Half it is. It seems fair. Не, главное, мы идем в пекло, а он еще не хочет с нами делиться. Нормально, да? Вообще охреневший просто. Так, подождите пока... Это что такое? Че? Ты что тут делаешь? Я ее толкаю. Ты меня напугал, она в обморок упала. Я на неё набежал просто. Хрена она, борзы. Давай, иди отсюда. Не, стой, дай я на шипы насажу. Во. Блин, ну ты её убил, походу, раньше. Ну и засранец ты. Так, ну чё, будем продолжать съёмки кино? Подожди, меня что-то фризит. Какое кино? Ну вот. Ирвин же кино у нас снимает. Замбигиляция 4. Блин, ща, подожди. Ты в курсе, что ты пытаешься залезть на забор, да, обтянутый? Я знаю. Обтянутый колючей проволокой. Здесь? Да. Сюда? Да. Movie Magic. Pony Magic. Куда нам нажимать? О. Вот сюда. Походу я знаю. Action! Нажимай, 60 минут. Топ за 7. Опять за 4. Так, нажимай, сейчас, готов. Погоди. Все игроки пытаются добиться общей цели. Стрелять? Да. У меня оружия нет. О, это автоматическая ништяк. Воу! И у нас 999 патронов в комплекте. Зажимай. Да хорош, отвень от меня. Сколько нам зашло? 60, да, убить. Я патронов нет. Блин, попай меня. Только дайте мне перезарядиться, твари. Блин, не успеем. Ну да. Фак, сейчас опять искать их всех. Ну а что делать? По двадцаточке забрали. Так. О, я тебя вылечу. Я хотел нажать испытание. Готов за 9. Ты слышал, нахреневшая вообще. Ладно, попробую побежать сразу на остановку. Ой, я побежал в безопасную зону за место остановки. Ну окей, буду надеяться, что я здесь хоть кого-нибудь встречу. Блин, кто стреляет? Я чутка стреляю. Не-не-не, плевака имею в виду. Я вроде бы здесь нашел их много, но... Мы все равно не успеем. Да. Кто молодец? Я молодец. Успели? Да. О, красавчик. It was mesmerizing to watch. I'll be setting up my next shot soon, so make sure you're available. Here's your money. Надеюсь, он даст нам потом эту пушку. Уж больно мне понравилось. А она уже продается. Это автоматическая, да? Да. Так и написано было, по-моему, автоматическая винтовка. Походит на Scar R. B. B. What have you got?
Someone must have turned the antenna on. We're picking up signals from all over town. One of them is from Hansen's group. Hansen used to run security at the tower, but he thought the building was too vulnerable. He wanted to move everyone to a new location. Of course, Brecken wouldn't have it. So him and some others up and left. We never heard from them after that, until today. You can hear for yourself. It just repeats. Brecken know about this? He said until we actually talk to someone, he doesn't want to risk sending a runner out there. All right, maybe I'll go out and have a look. I'd appreciate it. Hansen ran a tight ship. I can't understand how things could have gone wrong with him in charge. Какого хрена? Он опять пропустил, сволочь! Ненавижу. Слушай, там, короче, я читал, когда, да, там очки навыков. Ну. Самая классная тема потом вкачивать, это, короче, в ловкости надо будет вкачивать, типа, мгновенно, ну, отместка, мгновенный побег, то там мгновенно вообще, ну, реально. Я, там, да, я в курсе, но я ее не собираюсь скачивать, потому что мне так пока нормально. За доли секунд из захвата выбегаешь. Я в курсе. Но мне пока и так устраивает. А еще, кстати, я еще читал, что оружие, ну, вот эти вот, например, топоры, да чё, да, их можно чинить, то есть у них бесконечная, грубо говоря, починка. Она... Ну вот эти вот три штуки, да, три починки, это на один день дается. То есть, когда ты спать ложишься. А, они восстанавливаются. Да. Вот мы дебилы. Окей, I'll see you there. Mm-hmm. Мы столько оружия, получается, выбросили. Ну да. Ладно, ничего страшного. Знание, сила. Ну да. Ну, что, бывает? Ну, у меня самое сильное оружие как раз примерно сейчас появилось, поэтому. Я прокачал себе, что я могу долго не чинить. Ой. Думал, запрыгну, а не запрыгнул. Так, ну нам наверх, насколько я понимаю. Jafar, it's Crane, I'm at the building. Сейчас the entire outer structure is electrified. That's Hansen's trademark. He was the first to rig the electric traps. He's got a real knack for it. Ау! Тут, короче, проблема здания под электричеством. Сейчас бегу. А ток отключается, конечно же, рядом с громилой, в которого я еще с собакой ни разу не попал. Так, сейчас я ушатаю громилу. Да! Ты такой страшный, прям, я не знаю. Ты быстро ушатал громилу, кстати. Прикроешь? Говно вопрос. Ну, раз говно, прикрывай. Так, я вроде открыл. Ты чё тарёшь? Разорялась. О, ключик. Ты тихо. Okay, I'm gonna shut it off. Так. Отключите генератор. Да заткнись ты. Отключите генератор. Ясно, понятно. Так. У меня появился дальний генератор. Прикроешь? Сейчас. Jafar, I think I found Hansen. Looks like he took a fall, and then the biters finished him off. He's been dead for a while. What about the others? I'll let you know when I find something. Короче, я, кажется, Хансена нашел. Я думаю, ты это уже слышал. Что нашел? Хэнсона. Ну, того, кто придумал эту ловушку. И ключи, кстати, нашел. От чего, непонятно. Ну, видимо, кстати, ключи от последней этой. А, сзади, 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 сзади. А, тварь жирная.
Пошла вон отсюда. Жи, не рыпайся. Так. Просто где вход? С той стороны, да? Блин, стреляешь так, как будто прям стреляешь у меня ухо. Угу. Так, все, да? Угу. Что, сейчас подниматься? Да, вот сюда. Не забываем, что у нас кошка есть. Да, не забываем, что у нас кошки нет. Так, открыл красный ящик. Я нашел косу. Чувак, я нашел косу. Ладно, забираемся сюда по старинке. Че-то кто-то здесь воду сильно собирал. Ай, да блин. Капец. Я, походу, нашел еще выживших. И я их подниму? Здесь нет. А где ты? На улице. Фиг ли ты там забыл, только честно. Ну, я вот не знаю, как подняться, а они тут везде бегают. Понятно. Вытащил тебя, как всегда, блин. Пошел за тобой и сдох. Ну ты как всегда в своем репертуаре. Ладно, режим, может, я успею. Я уже все. А. Жди теперь. Кто же знал, что ты такой? Спрыгнуть не сможешь со здания, со своей кошкой. Да как кошкой не заюзывал, что самое смешное. Вон здесь. Дес, дес. Блин, сбегать что ли туда? Да забей, забей на груз. Бежали. Надо уже миссии выполнять по-шустрому. А, сейчас патроны куплю. Чисто в теории, кстати, я могу тупо на здание запрыгнуть. Не могу. Беги. Беги. 30 секунд. Быстрей. 20. А если я не успею? 19, 18. Фак. 17. Почему он не зацепился? Сейчас я тебя подыму, лежи. Да все уже. Так а зачем? Да 360 очков, что у меня там? Ничего нету, пустой я. А, вот видишь, мы все-таки теряем, получается, эти. То есть, ну... Ну да, до этого у меня 1800 сняли. До этого у меня 2 сняли. Он, кстати, иногда вот... Понимаешь, в чем проблема? Он иногда зацепляется, а иногда вообще не хочет зацепляться. Понимаешь? Да ладно, как ты сдох? Что там бабахнуло? Как ты сдох вообще, я не понял. Там что-то взорвалось. Так, ладно, лежи. Я, по идее, успею тебя поднять. Кого лизать? Кого-нибудь. Зализывай раны. Вот, залезал ты раны, видишь, сразу. Тут видишь, тут походу... Ай-яй-яй. Да ладно. Ты что, издеваешься, что ли? А меня только упустили, короче. И все, я тут же пал. Пока, короче, в ухе ковырялся. В ухе ковырялся? В носу. Пока я в ухе ковырялся. Ой, я уронил зомби. Не ори на меня. Все, вали отсюда уже. Да какого хрена ты не хочешь забираться постоянно, а? О, стоп, здесь где-то Biohazard Zone. Во, я нашел еще одну зону Biohazard. Сходим? Да. Давай, пока у меня не лагает. Открывай. Как она у тебя называется? Солнечный квартал. Моя бибища. Вам нужен, месье, вам нужен крем для загара. Так, уничтожить всех мутантов. Так, ну это интересно. 7500. Так, давай, кстати, аккуратно такую по стелсу попробуем. По стелсу, то есть с дробовиком? Не, давай реально по стелсу попробуем. Central heating broke down. Damn smoke.
can't stay here long. Мы кашляем. Так, ты в ту комнату, ты в ту комнату иди по стелсу. Я вот, не, вот там еще ком. Я так понял, у нас есть проблема. Нам нельзя сильно стоять. Долго стоять, да. Это нас вырубает самую малость. Так, на тап, если нажать. На что нажать, чтобы... А, на Q. Чего? На Q нажать надо, не забывать. Какой, блин, мне их слишком много. Ну ты прикалываешь, что ли? Что там? А, химикаты! Да стой ты, стоя! По-тихому проходим. О, надо это, обмазаться. В комнате, в комнате стоять можно, кстати. Но не во всех комнатах. Так, вроде больше ничего здесь нет, да? Бежим дальше, бежим, 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 бежим. Дабл килл! Ой, нет, ни одного не убил. Лоу. Они просто упали. Иду тебе помогать, чё. Да нормально. Не, ну я-то со своим закончил. Да, видимо. Нормально? Да хорош. Все, спускаемся. Нам вниз, да? Ой. Прям. Би. Кажется, такой противный. Тебя тошнит. А он кашляет. Не путай это. А, и нам уровень дали, кстати. Давай уровень прокачаем. А, может быть, тебе дали. Да, тебе дали. Мне, увы, нет. Да? Тебе, увы, нет, а мне, увы, да. Так, 24 уровень, а я сейчас всего лишь 14. Так, а на что там, кстати говоря... О, по-моему, тебе сейчас китану должны дать. Нет, сейчас, погоди. Сейчас, тихо, ну, тихо убийство можно... мне интересно... Купить где... ее. Мне интересно, где у меня тихо убийство, погоди. Стелс-бой, все дела. Пошла ты! А, вот, тихо убийство. Нет, стоп. Нет. Маскировка. Мастер сборки. Ночной ремонт. А где тех убийства-то? Я же его где-то прокачивал. В убийствах, наверное? В навыках оружия? Силы? Да нет, вроде. Странно. Ладно, пойдем. Сейчас, я зону зачищу. О-о-о, серьезно? О, пошла нафиг, пошла нафиг! Нет, нет, нет! Я попытался убежать, быстрее поднимай меня! Чувак, где ты? Забей на зону, поднимай меня! Быстрее, в мою сторону. Бегу, бегу. 20 секунд. Тут чуть-чуть пробежать. Ну чё ты на месте стоишь? 10, 9, 8, 7, 6. Ты поднял меня, грозавчик!
Ой, Громила умер. Ты, тварюга. Так, пойду я, короче, рубильники там врублю в зоне. Чтобы была зона у нас. Давай, я даже туда подойду. А ты ее зачистил, что ли, все? Да. Ты прям какой, а. А мы разве ее не врубали? Тебе мертвец лезет. Другая. Оу-оу. По столбу ползти можно. Ты так ты бы видел, как это выглядит со стороны. О, тут две громилы. Две громилы. Током бьет, смотри, 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 тут все под напряжением. Лол. Ты где? Где я тут рядом как-то? Давай мы сделаем вот так, смотри. Блин, хотел тебя толкнуть. Так, минус один, минус два. Отлично. Вот, и нам за них деньги дали, круто, не правда ли? Ну, в смысле, опыт. Ага. Так, надо починить оружие. Погоди. Топорик у меня в норме, мачете, в принципе, кошка тоже. Да не, ребят, я не ищу неприятностей. Я просто вас к чертям убиваю. Перекрой, пожалуйста. Да фак. Я фиолетовый ящик сломал. Угу, бегу. Ты чё, охренел что ли? Не успел. Да я этому чуваку говорил как бы. Блин. Вот иной раз трудную получается открыть чуть ли не с первого раза, а иной раз прям столько геморроя. Бывает. Вот. Мачете мачо. Мачете мэн. Мачете мачо. Мачете мачо. О, мешочек. И сер. Ты куда пошел? Да я тут рядом. У него тут просто как бы ключи должны были лежать. Ты же их взял уже. Ты видишь, нам тут отсмотрите окрестности. Кстати, можешь попробовать ментовскую машину пока взломать. Фак, фак, фак. Чё такое? Чё такое? Убивают. А, у нас то есть я зря взломал, да? Окей. Хватайся, дебил! Где ментовская тачка? Этот дебил не хочет хвататься. Ладно, залезай на дом. Да. Залезай на дом. Где? Я на доме. Нет, где залезать? Я, конечно, попробую, но ничего не обещаю. Можно, можно наверх залезть. А, что-то мне не получается. Либо я где-то не там ищу. А, я, кажется, зашел. Ну да. Ой-ой-ой. Капец, они налетели со всех сторон. Тебя поднимать? Ну, если сможешь. Или в этот раз лучше не надо, а то я тебя как-то раз поднимал уже, залезая в здание.
Я, короче, тут скрываю, зато придешь на вскрытый уже все. Окей. Тем более, ты сейчас все равно, по идее, ничего не потеряешь. 1800 потерял. Да ладно. Сфигали. А чё нет? Не, а сфигали. В смысле сфигали? А почему нет? Ну, потому что мы не должны были терять, у нас же не было ничего. Ну, откуда ты знаешь? Я ж там стрелял, сколько убивал. И какое это имеет отношение? Так, я все еще пытаюсь понять... А, диктофон. Ты слышишь? But now the entire building is electrified, and we've been trapped up here ever since. No one's responded to our distress calls, and we've run out of supplies. The only thing left is some cyanide that Hansen thoughtfully brought with him. Anyway, given the choices, we've all decided to go this way. There was talk of trying to go cannibal, but then we'd just be smarter versions of biters. Better this way. Besides, how smart are we for allowing Hansen to leave us stranded up here in the first place? Thanks for finding us, whoever you are. Sorry for the mess. Seref Hassan. Ты когда заберешься на здание? Jafar, I found the rest of his group. They're all dead. They killed themselves. Why? What the hell happened? Looks like Hansen switched on the security grid and then fell. The rest of his people got stranded on the roof with no way down. Looks like they eventually ran out of supplies and decided to cash out. They couldn't get into the building? Well, it seems Hansen had the only key. Guess he didn't trust anyone else. No, Hansen never trusted other people. Yeah, it's too bad they trusted him. Thanks for going out there, Crane. Jafar out. Ты идешь? Я бы рад, но я не могу найти где. Ты что, на леса не можешь забраться? Нет. Тут сейчас серьезно, да? Чувак, а, там вот сбоку леса. Нашел. И вообще кошкой можно до верха здания дотянуться. Молодец, я знаю. Ну и что ты это не сделал до сих пор? А у меня она есть? Да. Нет. Сфига ли нет? Я еще не качнулся. Ну, короче, собирай все письма, их здесь две штуки. И посмотри, собственно, что здесь случилось, о чем описано все это дело. Так, а куда дальше-то? В смысле, куда дальше? Наверх? О. Вот так вот ребята траванулись с цианидом. Жаль их, конечно. Где письма? Нажми как бы Q, нет? Нет. Здесь одно письмо валяется. А, вот. Нажимаю. Второе наверху, на вот там, на здании. Еще, по-моему, что-то в комнате вот здесь валялось. Как-то они все печально умерли. Но у этих, видимо, была какая-то привилегия, они прям такие на матрасах лежат. Вон, смотри. Не то, что эти на циновках. Все, ладно, в общем, надо отваливать отсюда. Так, ты спустился, да? Меня спустили, причем потом посмотришь, как это было очень смешно. Но как мой... не спуститься? Так же, кошкой, которой у тебя нет. Не, ну по-любому же должна быть где-то. Штука, благодаря которой я смогу... Ну где-то спуститься. Должна быть, наверное. Так, а мы сколько получается? 4 нашли зоны, да? Осталось еще 5 зон.
правильно я понимаю? Их 8, по-моему. Ты говорил 7. Ну, я потом посмотрел, их, по-моему, 8. Ну, 8. Ну, в общем, все равно чуть-чуть. Ну, когда я первый раз смотрел, было 7. Нормально вообще, меня с моста выселили. Блин, патроны кончились. Если кто лейте. Меня зомби с моста второй раз чуть не выселил. Че ты на меня бросаешься? Да, задолбало. Че он не цепляется периодически? То есть я вроде делаю все как обычно, нажимаю там в нужные моменты кнопки, но он не цепляется. У кого-то руки. Сам вспомни, как ты кошкой пользовался, и он у тебя тоже не цеплялся. Я нормально пользовался. А потом на лочом падает. Рассказывайте мне. Так, ну чё, ты как, идешь, не идешь? Угу. Тут, кстати, есть зона забега. А, нет. А, да. Можно у него приз взять. 1000 баксов, кстати, дает. Ничего так. Добрый мужик. Мы можем с Куртом Кобейном поговорить. Есть желание? Не знаю. You got a bomb for me? I've got the prototype. It's on the table, ready to be tested. There's a barricaded tunnel nearby. It's chock full of volatiles during the day. But at night, it should be pretty clear. You won't find a better place to test a bomb. Okay, I'll try the tunnel and let you know how it went. One more thing. Remember about the firecrackers. The bomb will go off as soon as they're done popping. That's much time to get the hell away. Good luck. Ну, в общем, как только они перестанут папи, она закончится. Ты так, понял, где да? Магазин? В смысле, где магазин? Здесь нет магазина. Зайди и забери награду снизу. Снизу, снизу награда. Какие они злые. Забрал? Угу. Все, бегом. Бежим! О, кстати, там что-то можно сделать. О, с ним можно поговорить. Well done, soldier. Now, I think I should watch this from a distance. If you insist, you got 10 seconds. А? Чё? Бежим! Мне кажется, или ты там задержался? Да. Вижу. Слушай, реально прикольно. И все, что ли? Да, и они, кстати, на них идут. What the hell was that? I found Jeff, and the gas is back on. That's a relief. Told you, he's irreplaceable. Yeah, well, I'm afraid you're gonna have to find a replacement. Да, Джеффа больше нет. Я уже посмотрел на это. О, кстати, мы можем его даже найти. Ай, больно. Вот он лежит, смотри. Все. Где? Ну вот, вот, вот. Поехали. А ты как думал? Пиротехник. Хренов. Хренов, ну. Горько хренов. Неудачник такой. Так, нам, по-моему, в этот туннель, да?
О, так, нет, нам лучше сначала найти бомбу, выбрать. Там этих полно. Злых чувачков. Надо отстреляться. От отбейся от них, я пока бомбу найду. Бомба-то у меня. А фига ли она у тебя, а не у меня? Я ее взял. Тогда я тогда свою бомбу возьму. Она в чем показывается? Не знаю, она, по-моему, одна была. Динамит? Или что? Сейчас скажу, как она называется. У меня есть динамит, ракета. Пистолет, коса. Но не отображается. А как ее тогда? А, ночью на, ночью заложите бомбу в туннель. Шутники. Ну ладно, вот там у нас есть. А что за индикатор у карты появляется? В смысле? Ну, вот какой-то индикатор, вот когда мы в этот в туннель заходили, там индикатор появлялся и такие вот какие-то штучки странные. Какие? Ну, непонятные. Красненькие. Не знаю. Так, я, видимо, перепрыгнул куда-то не туда, да? Да, я перепрыгнул не туда. А ты что хотел? Я в зону поспать хотел. Нам же ночью заложить надо. Угу. О! Здесь нельзя побегать? Здесь нету задания на бег. Мне нравятся задания на бег, они прикольные.